Уже 3 недели в Серпухове работает летний трудовой лагерь. Юноши и девушки проводят уборку территорий. Бригады из Центра по профориентации и трудоустройству молодежи по 4 часа в день стараются сделать Серпухов чище и красивее. Илья Сиразов продолжит тему. Каждый будний день с 9 утра воспитанники Центра по профориентации и трудоустройству молодежи начинают облагораживать наш город. В этом году из-за пандемии трудовые бригады приступили к работе не с июня, как обычно, а с августа. Хочется поблагодарить администрацию, что у нас состоялось трудоустройство в это сложное время, в этот сложный период, и ребята в августе могут потрудиться. Они убирают город, они работают на стадионах, в монастыре, в парках, скверах. Это благоустройство нашего города. 164 человека в возрасте от 14 до 18 лет на 31 объекте собирали мусор, подметали, косили траву, подстригали кусты и даже наносили разметку на реконструируемом стадионе «Спартак». Здесь мне больше нравится, то есть к нам тут относятся хорошо, трепетно переживают все за нас. Ну и, в общем, мне нравится сам «Спартак», потому что это недалеко от моего дома. Я решил пойти поработать, поскольку как хочется себе купить вещь, но у родителей нет денег. Я их прекрасно понимаю. Как ни крути, у нас идет сейчас стройка на даче. Это важно для большевика в плане экологии. Улица становится чище, поприятнее гулять, нежели чем когда везде мусор лежит. За свою работу ребята получат по 13 тысяч рублей. Неплохой заработок для подрастающего поколения. В сентябре, в свободное от учебы время, юноши и девушки смогут трудиться на благо Серпухова. Правда, при этом они будут заняты не 4 часа, как летом, а всего 2,5.